Итак, ребята, встречайте, Евгений Хаснутдинов, город Хабаровск. Итак, встречаем! Ну что, встречаем хабаровчанина, он будет драться в синем углу. Евгений Хаснутдинов, 22 года. Рост 173 сантиметра. Вес 70 килограмм. Финалист чемпионата ТФО по боевому самбо. Призер всероссийского турнира по тайскому боксу. Один профессиональный бой и одна победа. Давайте поаплодируем ему. Против него сегодня будет драться Николай Половников, 26 лет. Призер Хабаровского края по кюдо. Чемпион города по ушу сальдо. Чемпион города по любительской драке. Два профессиональных боя. Две победы. Очень серьезно готовится к бою, выслушивает последние наставления тренеров, как вести, как драться. Я думаю, что ребята друг друга уже знают и встречаются не в первый раз, но в первый раз на нашем ринге. Ну что, зрители готовы? Первый раунд, поехали! Аплодировали, да, очень интересный прием. Чувствуется, что спортсмены знают друг друга. Давайте поддержим! Вот они, заветные очки. Хорошую фразу я слышу там вдалеке, ну прям так не надо. Поддержим спортсменов. Отлично, отлично, нужна ваша поддержка, ребят.
партере можно находиться не больше 30 секунд. Давайте поаплодируем, ребята. Бой! А вот и закончился первый раунд. Давайте поаплодируем нашим спортсменам из города Хабаровска. Видно, что ребята встречаются уже не в первый раз, да, то есть очень осторожно друг друга, знают, кто на что способен. И я считаю, что в этом раунде очень хорошо была продемонстрирована техника ногами. Вообще просто прекрасные удары с разворотом, а ваши Герри. Итак, мы готовы ко второму раунду. Отличные слова, прекрасные вообще. Ребята, поддержим, вы смотрели, что они делают. Поддержим, ребят! Поаплодируем. Достойный был удар на самом деле. Второй раунд у нас закончился. Давайте поаплодируем спортсменам. И, конечно же, очень много людей, которые помогли организовать сегодня столь интересное, на мой взгляд, событие для города Биробиджана. Драка. Итак, спортсмены готовы к третьему раунду. Нейтральный угол просит уйти. Спортсмен забыл одеть капу.
Вот вы посмотрите, что произошло! Зрители оживились сразу же, да? Идет на удушающий. Вы посмотрите, что делает. Удушающий прием. Бой. А у нас не было удушающего приема. Ребят, давайте поаплодируем. Очень напряженный бой, очень тяжелый. Спортсмены очень хорошо знают друг друга. Вот он, бросок заветный. Напоминаю, что это последний раунд, третий. В нем решится все. Давайте поддержим спортсменов, они устали, они хотят выиграть. И отдают все последние силы как раз на этот раунд. Ну, аплодисменты, да? Всем понравилось, да? Такое шоу не каждый день увидишь. И даже вот спортсмены идут без кап. Это и печально, и хорошо. Потому что зубы, конечно, это дорого. Но хотят показать зрелище и хорошее впечатление. Ну, а мы приглашаем на сцену для награждения Сурица Александра Владимировича. Пожалуйста, Александр Владимирович, мы вас ждем на награждение. Подсчитка голосов всех, и мы узнаем все-таки, кто у нас победитель в этом бою. Итак, победителем в этом бою у нас стал Хаснутдинов, город Хабаровск. Аплодисменты. Боец в красном углу с города Хабаровска занял... занял первое место. И вот он, почетное первое место, под ваши аплодисменты. И спасибо большое нашим спортсменам и всем, кто был сейчас на этом ринге. Давайте проводим аплодисментами спортсменов.